Важно, чтобы правительство Армении и весь политический сектор осознали новые реалии и отказались от любых попыток отомстить. Во-первых, это будет контрпродуктивным и принесет единственный результат – еще большую боль для Армении. Во-вторых, это будет противоречить требованиям региона и требованиям международного сообщества наконец-то прийти. Оппозиционные силы Армении намерены дать решающий бой премьер-министру Николу Пашиняну. В Ереване, как ожидается, 1 мая – то бишь сегодня пройдут самые масштабные за последние годы митинги. Оппозиционеры даже организовали несколько шествий в сторону столицы, тем самым как будто намекая, что в 2018 году подобный ход привел Никола Пашиняна к власти, а сейчас он должен привести его к отставке. Главные претензии – это выраженная недавно властями готовность признать территориальную целостность Азербайджана, а также подготовка к подписанию мирного договора с Баку. Недовольство людей – это отголоски войны между Азербайджаном и Арменией. Несмотря на полтора года шаткого и все же перемирия, армянский народ не согласен с финальным разделением территорий Нагорного Карабаха. Главные претензии – выраженная недавно властями готовность признать территориальную целостность Азербайджана, а также подготовку к подписанию мирного договора с Баку. Нестабильность в Армении оказывает влияние и на договоренности с Азербайджаном. В Баку опасаются возобновления боевых действий в Карабахском регионе. Противостояние между странами длится уже 30 лет. В сентябре 2020-го начались активные военные действия. За 44 дня войны погибло около 7 тысяч военных и больше 160 гражданских. В начале апреля премьер-министр Армении и президент Азербайджана прибыли в Брюссель. Там провели совместные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Западные партнеры решили предоставить обеим странам финансовую поддержку для урегулирования ситуации в регионе и его восстановления. При одном условии – стабильный мир.